В Ухте активисты Всероссийского общества инвалидов проверили, как приспособлены улицы города для маломобильных горожан. Выяснилось, что местами съезды тротуаров слишком крутые. На инвалидной коляске преодолеть их непросто, а порой и опасно. Как общественники и дорожники будут решать эту проблему вместе, расскажет Роман Кирпа. Этим летом в Ухте полностью отремонтировали улицу Оплеснина, уложили новый асфальт, заменили бордюры. Однако после проверки активистами Ухтинского отделения Всероссийского общества инвалидов стало ясно, что радует ремонт не всех. Спуски и подъемы с тротуаров сделали слишком крутыми. Преодолеть их человеку на инвалидной коляске непросто. Всего в Ухте сейчас проживает около 200 горожан, которые передвигаются в кресле-коляске. Спуски, ставшие для них препятствием, обещают переделать. А чтобы впредь организации, которые выполняют дорожные работы, не допускали подобных огрехов, для них разработали специальную схему. При разработанной типовой схеме, при производстве работ вызываются представители общества инвалидов. Они выдают эту схему, чтобы в этой схеме будут все нормативы съезда по уклону, по объему колес, там, все, чтобы не было переделок. Специалисты «Ухта спецавтодора» находятся в контакте с активистами городской организации Всероссийского общества инвалидов. Организована выездная комиссия, куда вошли общественники и сотрудники муниципального предприятия. Вместе они обследуют улицы города, чтобы найти труднопреодолимые для ухтинских инвалидов места. Одно из таких уже приметили – спуск с тротуара на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Юбилейной. Мы предварительно проговорили со специалистами спецавтодора, что на следующий год составим план-смету и как бы обозначим вот эти вот участки проблемные, которые есть по городу. Ну, выделим их и каким-то образом это будет делаться. Ну, то есть посмотрим, как бы, пока это все на словах, а как будет дальше, ну, будет видно. Активисты Ухтинской организации Всероссийского общества инвалидов готовы сотрудничать с дорожниками. Итогом такой совместной работы должны стать безопасные и комфортные улицы и общественные пространства города для каждого ухтинца. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал «Юрган», Ухта.